на 5 лет вперед. Чем я занимаюсь? Кто я? Где живу? Ты обосновался в небольшой деревне. Все там же, в Римской империи? Да, но это не Рим. Я понял. Это большая деревня, в которой живут люди. Ты не один, у тебя есть женщина рядом. Вы ведете хозяйство, у вас небольшой такой домом, это трудно назвать, постройка такая. Там есть другие постройки. Ну, понятно, там жили и обрабатывали, видимо, землю или что там нужно было обрабатывать. Нет, это как маленький город такой, то есть здесь есть базар и еще этот город, он на дороге. Здесь постоянно приезжают. Это проходной такой город, через который... Торговое место, через которое проезжает, да? Дорога но проходит. Город небольшой, именно так. Здесь ты продаешь свои изделия. Свободная такая, нормальная, спокойная жизнь, как если можно назвать. Да, вас не гоняет никто и не трогает. Ты продаешь свои изделия. Изделия нравятся. Хорошо, давай перенесемся в год моей смерти. Или за год. 1, 2, 3. И ты в этом моменте. Ну,